Сотрудники пожарной охраны регулярно участвуют в спортивных состязаниях и показывают неплохие результаты в разных видах спорта. Как следует подготовиться к соревнованиям, спасателям не всегда удается. Тем не менее, спорту внимание уделяют и стараются добиться высоких показателей. Есть поддержка руководства, в частности, руководителя гарнизона пожарной охраны Колотко Алексея Анатольевича. В нашем лице тоже мы всегда готовы помочь и поддержать коллективы физкультуры, входящие в состав сочинской городской организации «Динамо». В конце июня динамовцы показывали свои умения в баскетболе. В ближайшее время состоится соревнование по волейболу. А этот турнир посвящен предстоящему Дню физкультурника. Стартовал он накануне. Больше 140 огнеборцев со всех районов курорта разбились на 12 команд и сыграли в мини-футбол. Хорошие результаты показали сотрудники пожарно-спасательных частей Адлера и Дагомыса. Очень много было спорных моментов. Значит, отверженно сыграли, были даже чуть-чуть небольшие травмы, ну, контактная игра, этого не избежать никуда. И как бы большое стремление выиграть, именно вот получить награду на этом турнире, чтобы потом в дальнейшем войти в сборную команду уже отряда. Победители турнира по мини-футболу смогут принять участие в краевом динамовском старте. Он пройдет с 3 по 6 сентября в Крымске. Татьяна Говоркова, Демид Даниловский, телекомпания ФКТ.